Старуха из Иргиль, глава 3. Краткое содержание. В давние времена жили в степи гордые, жизнерадостные, не знающие страха люди. Их таборы с трех сторон окружены были дикими лесами. Однажды чужие племена пришли на землю людей и вытеснили их вглубь старого непроходимого леса, где были болота и вечный мрак. От смрада, поднимавшегося с болота, люди, которые привыкли к степным просторам, гибли один за другим. Сильные и смелые, они могли бы пойти биться с врагами. Но они не могли умереть в боях, потому что у них были заветы. И коли б умерли они, то пропали б с ними из жизни и заветы. Люди сидели и думали, как им быть. Но от тягостных мыслей ослабли они духом, и в сердцах их поселился страх. Готовы они были уже сдаться врагу. Но их товарищ, Данка, спас всех один. Данка обратился к людям, призывая пройти сквозь лес, ведь где-то лес должен был кончиться. Столько живого огня было в глазах юноши, что люди поверили и пошли с ним. Путь был долог и труден. Силы веры в Данка оставалось у людей все меньше. Однажды во время сильной грозы отчаялись люди, но признаться в слабости своей не смогли. Вместо этого обвинили Данка в неумении вывести их из леса. Как дикие звери, готовы были они броситься на него и убить. Юноша пожалел их, понимая, что без него соплеменники погибнут. Сердце его загорелось желанием спасти людей, ведь он их любил. Данка вырвал свое сердце из груди и поднял его высоко над головой. Оно полыхало ярче, чем само солнце. Герой шел вперед и вперед, освещая факелом великой любви к людям дорогу. Вдруг лес закончился. Перед людьми был простор степи. С радостью взглянул Данка на свободную землю и умер. Люди не обратили внимания на смерть юноши. Не увидели они и сердца, по-прежнему пылавшего возле тела героя. Только один, осторожный человек, заметил сердце и, опасаясь чего-то, наступил на него ногой. Гордое сердце, брызнув искрами вокруг, угасло. С тех пор появляются в степи те голубые огоньки, которые видел автор. Старуха из Иргиль закончила рассказ. Затихло все вокруг. И автору показалось, что даже степь зачарована благородством храброго Данка, не ждущего награды за сожженное ради людей сердце. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.